Как на территории Украины оказались, когда? Заехали 24 числа. Какого месяца года? Февраль 22 года. Какие цели перед вами стояли? Учения. Кем это было озвучено? Командование. На территории Украины? На территории Украины. Когда прибыли на территорию Украины, что вы здесь делали? Выставили блокпост и просто стояли. Машины обыскивали. Гражданского населения? Гражданского населения. Ваше мнение по поводу того, что здесь происходит? Война страшна. Кто начал эту войну? Нам никто не говорил. Кто агрессор в этой войне на территории Украины? Вы видели последствия этой войны? Видел. Разрушение. Так кто начал эту войну? До вашего прибытия здесь была война на территории Украины? Не могу знать. Скорее всего, нет. Не было ничего. Представься. Я старший сержант Баканов Константин Александрович. Число месяца рождения? Год рождения 10.08.74. Родился город Псков. Место проживания? Проживаю в городе Наро-Фоминск, Московская область. Место дислокации воинской части? Там же и по месту проживания город Наро-Фоминск. Номер воинской части? 03-320. Должность, звание? Заместитель командира взвода, старший сержант. Батальон? Первый батальон, первая рота. На территории Украины как оказались и когда? На территории Украины оказался 24 числа. Какого месяца года? 24 февраля 2022 года. Через какой участок границы? Со стороны Белгородской области. Какие задачи перед вами стояли? Что вам объясняли? Объяснили, нужно сделать коридор для прохождения колонны. Колонны какой? Колонна машин. Воинской техники? Да. Чьей? Какой страны? Россия. Еще какие задачи? Вернуться обратно. Где вы здесь находились? Находились на территории Украины, недалеко от города Ромны. Ваше отношение к тому, что здесь происходит? Ехать сюда не надо. Это не наша война. Еще какие пожелания? Пожелания больше нет. Не езжайте сюда, пацаны. Я Исламов Данис Рафаэльевич, гражданин Российской Федерации, житель города Набережной Челны, военнослужащий России. Призываю остановиться от бессмысленного кровопролития, от этой жестокой войны. Призываю всех рассуждающих граждан одуматься, не верить всякой пропаганде. Призываю, пожалуйста, одумайтесь. Здесь не происходит учение. Здесь происходит по-настоящему кровопролитная война, которая несет лишь разруху. На пути вообще нигде не встретились никакие нацисты, бандеровцы. Их нет. Сейчас мирные жители страдают больше всего. Я призываю, пожалуйста, одумайтесь, люди. Пусть у вас пробудется что-то человечное, и вы повлияете на это все и остановите это кровопролитие. Как зовут вашу мать? Марина. Как отца зовут? Андрей. Повторите, пожалуйста, еще, что вы можете сказать своим родителям? Я виню себя за свои неправильные действия.
Что вы можете сказать президенту Российской Федерации? Надо находить компромисса, чтобы не было войны. Я Магомед Кримов Рафик Рамисович из Волгограда. Мы сюда приехали. Я прошу прощения у жителей Украины, у всех. Большое огромное извинение, то, что мы сюда вторглись. Это не учения были, как нам сказали, масштабные учения. А здесь вообще, это война. Мирные жители гибнут, молодые пацаны. В том числе дети, причем вообще. Кто их убивает? Вот стреляют наши, огромные. Вся артиллерия бьет по домам, жилым домам, там же дети. Наша артиллерия. Наша, это все. Россия артиллерия. Какая воинская часть? Воинская часть 22-220. Место дислокации? Максимка. Максимка? Павел? Павел Волгоградский. Какую вы получили задачу? Привлекались на учениях, отрабатывали. Где привлекались на учениях? В Крыму. В Крыму. Отрабатывали что? Отрабатывали оттаскивание раненых и исходя, всякие такие моменты. По первой команде, которую нам доводили, по ним и работали. Понял. Где была загрузка десанта? В Крыму, в поле. В поле где? Там конкретно нет значения. Типа. Просто в поле и все. Понял. Задача какая была? Захватить что? Так же продолжаем учение. Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? Нет. Понял? Еще не часа четыре даже не понимали, где мы. Когда зашли в Украину? 24-го. Как заходили? Через границу. Я понимаю, где? Какой пункт? Таможня как-то так. Бачевск, Катериновка. Бачевск. Твоя задача подразделения? Так, уничтожить нацистов и бандеровцев. Ты встретил за это время нацистов и бандеровцев? Нет. Как ты думаешь, кто мы? Жители, мирные жители Украины. Как ты думаешь, мы тебя ждем? Нет. Документы. Посмотри воинский билет. Документы у меня, воинский билет смотри. Покажи свои документы на камеру. Так, фамилия Мукаров Андрей Мусаргалиевич, 2001 года рождения. Нет, нема у него военного билета. Кришлоп Максим Сергеевич. Адрес места жительства. Чего место жительства? Город Бутурлиновка. Дом, улица Дорожная. Дом 30, квартира 9. Состав семьи. Жена Наталья. Сыновья Михаил и Александр. Сколько возраст детей? 16-11 лет. Они в школу ходят? Да. Ваше звание? Подполковник. Должность? Заместитель командира полка. Чего? Какого полка? Авиационного полка. Сколько в составе полков примерно самолетов? 24. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал. Я выполнял приказ и работал по координатам. Так, вас как звать? Лик Олександр Сергеевич. Вы кем работаете? Учитель. Учитель чего? Зараз російською мовою. А були? Українською. А були українською. Це ви в окупації, ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорити гарно. Добре говорити. Ви в армії служили? Ні. Маєте досвід? Ні, немає. То вас теж просто засунули в окоп, так? Директор сказав так. Директор школи сказав? Сказав в обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству денеївському. Я зрозумів. При яких обставинах вас затримали? Пішов з роботи, я взяли два чоловіка. І спереді пішов, другий ззаді. Ззаді уткнув ствол в спину, відвели в исполком городской, там вручили повестку, посадили в маршрутку, отвезли на Учевск, с Учевска
привезли в Стаханов. Там на следующий день нас распределили по ротам, там батальонам, ну, в части. После чего мы пробыли там 4 дня в Стаханове. И нас начали везти куда-то. Где перетнули линию размежевания? Я не знаю. Населенный пункт. Нас возили ночью и не говорили, куда везут. Последний раз мы были в Голубовке или в Голубівці, я не знаю точно. Навіщо погодився проходити службу в підрозділах незаконних збройних формувань? Так а у нас є вибору нету просто. Нас заставляють насильно. Я Тимонов Антон Олександрович. Город Новочеркасск. Командир танкового зони. Сказали, едем на окраину Маріуполя. Зачем? Просто стоять, ждать, пока спецназ выполнит свою задачу в городе. Какой моральный дух подразделений? Подавлен. Очень много человек сбежало. Куда? В тыл. Куда-то в тыл. Говорят, что их не выпускают, ну, туда, на границу. Какая информация вам доводится про войну? Честной информации никакой нет, только слухи. Какие? То, что нашу дивизию, допустим, уничтожили, нас уже всех похоронили и так далее. То есть, наоборот, дезморальщина какая-то. Из-за этого люди бегут. У тебя есть родители, жена, дети? Родители, жена беременная. Передай привет своему. И ты жив, что ты жив. Привет, я пока что жив. Ты будешь жив? Надеюсь, увидимся. Ты будешь жив, если тебя твои не убьют? Мы, блядь, не убиваем пленных. Мы не убиваем мирных жителей, понимаешь это? В чем разница между нами и между вами? Манштейн Герман Александрович, 11.10.89. 1 числа шел в магазин за продуктами. Меня забрали с улицы, забрали этот самый паспорт просроченный, посадили в автобус. Отвезли какое-то здание в Волчевске. До утра там пробыли, утром загрузили много людей в самосвал. На утро вчерашнего дня нас, короче, троих забрали. Сказали, что там каких-то пацанов надо поменять, что-то чипа есть, и покупать. Отвезу. Где поменять? Я не знаю, как это поселок называется, честно. Церковь, то ли часовня была. Стояли мы, короче, поставили нас возле танка, сказали там подождать какое-то время, пока не придут те, кто уехал. Начался обстрел, мы вдвоем запрыгнули в этот самый. Запрыгнули в танк. Все, стрелять мы не стреляли, мы ничего не знаем. Там, как. Тебя насильно забрали, правда? Да, получается, меня забрали насильно, потому что я шел по улице за продуктами домой. Какого города? В Волчевске. Ты не хотел воевать? Нет, не хотел. Там всех так забирают? Большинство всех.